Всем привет, дорогие подписчики, с вами, как всегда, Диман и Юрчик. Мы продолжаем играть в GTA 5 онлайн, это рубрика «Битва автогонщиков GTA 5». Здорово, народ. Сегодня мы приехали в Сэнди Шотс. Я с байком прокатился. В смысле с байка? Ты меня, короче, бежал, подскользнулся, упал. Байк со мной проехал на меня, короче, размазал меня по земле. Короче, друзья, сегодня мы здесь приедем по 6 тачек, а потом за 10 минут попытаемся их найти. Все просто, поэтому давай, погнали прятать. Первая машина у нас будет вот здесь. Вторая машина спрятана тут. Третья машина у нас находится вот тут. Четвертая будет оставлена вот здесь. Пятая у нас будет спрятана в этом вагончике. Ну, а шестая у нас осталась вот здесь. И да, друзья, все тачки мы спрятали. Давайте вернемся к Юрке и начнем. Ну что же, друзья, мы спрятали все тачки. У нас 10 минут на поиски. И погнали. Время я запустил. Так, рассказывай. Хрена ты полетел. Надо тоже нитро будет поставить как-нибудь потом. Рассказывай, прятал ли ты что-то вот здесь? Прятал. Что? Что-то. Дорого, богато. Ты мне это говори. И где стоит, чтобы я сразу подъехал и забрал. Я собаку там закопал. Собаку? Ах ты живодер. Все понятно с тобой. Почему живодер? Собачка откинулась, я ее закопал. Кто ты еще такой? Так, кто... О, нашел. О, а нифига. Сиан. Ха. Быстренько, однако. Сколько это прошло? 35 секунд, ее бомж какой-то охраняет, ты прикинь. А вот бомж дурак, мог бы спокойно ее продать где-нибудь и купить себе особняк. Ее Боров должен был охранять, не бомж. Кто? Боров. Боров? Ну, не знаю, да. Кто там у тебя охранял, но у меня вроде бы забрать тачку удалось достаточно быстро. Так, сразу, короче, знаешь, что хочу? Я хочу поставить вот так вот нитро. Вот теперь будет повеселее, друзья. Так, минута прошла, тачка есть, у тебя пока глухо. Ёпт! Да? Что такое? Пальма, все дела. Ты баги нашел? Ой, баги. Бугатти, что ли, нашел? Жесть. Я понял. Кстати, впервые я туда прятал и, в общем-то, не зря. Хотя зря. Не, жестко нашел. Ладно. Я когда спустился, короче, со второго этажа через F2, я случайно заметил. Что это такое? Подожди. Я котейку, короче, увидел, и в итоге он меня привел к тачке. А эта тачка, кстати, ребята, это Mercedes Vision Maybach 6. Она залагала. Боже, она реально залагала, ребята. Так, это какие прятал? Печально. Я прятал красные. Я, короче, сдалека машину увидел. Да? До километра с 300. И самое интересное, у меня текстур не было, я поближе подъехал, а они появились. Ха! Обидненько, очень-таки обидненько, потому что, да, ребята, ну, повезло. На самом деле, обидненько то, что Mercedes Maybach сломан, и так как хотелось бы на нем прокатиться, впервые вообще его видим, но на испытаниях, я думаю, проверим и узнаем, на что он способен. Да, ну, а кусок пока говна. Что 2 минуты, ты думаешь? Ну, хотя ты прятал, ну, да? Я верю в это. Я очень надеюсь, что мы опровергнем твои слова и попытаемся что-нибудь на нем выиграть. Так, пока пусто. Ты в амунашке оставил, да, тачку? Нет? А, обидно. Я думал, что-то здесь будет. Пока такое себе. Так, на самом деле, знаешь, я буду по тактике своей... Стоп. Мне показалось? Да, может мне показалось. Быть. Или мне не показалось? Ну, мне показалось или не показалось? Не знаю, что тебе там показалось, да, мне показалось. Телефон звонит. У меня лаймовый цвет был в итоге на мониторе, как-то блескнуло, и я в итоге такой, чё? Я еще одну Бугатти нашел в стандартной нычке за витриной. Изи, нычка. Неплохо, однако. Повезло. Что да нет, сказать? Это реально что? Изи. Нашел. Это третья тачка, получается. И что это такое, пока непонятно? Зенва, тоже неплохо, такая тачечка, ребята, за практически лямчик у нас уже в кармане. Ну что же, 3 минуты, 3 тачки уже есть, и осталось еще 3 найти. Куда ты выперся? Вот, так, а что-то в эти... Загоны ставил, переезд и всякую прочую хрень. А, да, конечно, ставил обязательно, а почему бы нет? Хэштег балабол, ничего нет. Ну, может, ты плохо видишь? Нет. Как бы... Счастье вижу, я хорошо. Так, ладно, тут в итоге, ребята, если тут пусто, да, тут пусто, значит, я все тут обсмотрел, и надо ехать тогда в центр нашего района и искать что-нибудь там. Тревор. Обидненько, я думал, ты сюда все засунул. Ну, нет. Сука, ничего нет, не поставил, нет, Тревор. Нет. Че, ну, Тревор, это агришься, а? Он тебе приедет, ночью яйца отрежет. Это вряд ли. Там... Он же уже рипнулся. Рипнулся? Не ты ли ему помог? Да. Тут тоже пусто. Так, тут я вроде... Ага, ненавижу эти места, но иногда они очень-таки приятно дарят тачки. Так, тут тоже пусто у нас, и в этом вагончике... Какие-то места тебе тачки дарят, тоже... покажи. А, ничего нету. Да, я уже одну нашел. В плане Зенва. Так, тут у нас...
Стоп. What the fuck? А, это я... Боже, это баллон. Это просто баллон. Так, а тут... Нашел. Нашел. Какой, это зеленый получается... баллон? Нашел, короче, формулу, а там, да, был красный баллон. Я такой, типа, чё? Я потом понял, что у меня красные-то тачки, поэтому зря смотрел. Ты понимаешь, я только что нашел еще одну машину, кстати, это Бугатти, это круто. А, но самое интересное не это, самое интересное, что я нашел забор и просто через телепорт сразу прыгнул в тачку. Я понял, что там где-то что-то есть. Я ее даже визуально не видел, ты понял? Ты задолбал. Не читор, а этот, как говорится, глаз наметанный уже. Ты читор как раз таки, в смысле глаз наметанный, прыгнул он через F5, а если тебя бы привело в одну тачку, которая стояла бы рядом поблизости? Не, Юрка, на самом деле это бан. Ну, значит, ты фуфил был бы тогда. Это бан. Такой уже один раз, кстати, было, я помню. Потому что, ребята, ну, как минимум, да, тут бан, надо прописать ему. 5 минут у нас. Я тебе в жбан пропишу, будешь болтать. Бан. Догони сначала. Метеор, в принципе, неплохо летел. Ногой махал, но не домахал. Так, короче, я хочу проверить участок. Стандартная нычка, но на этот раз ты, короче, закопал машину под куст. Но я видно было. Да. Хорошо. Это, короче, где свалка. Не, это тоже стандартная нычка, хорошо. Ага. Так, ну, ребята, времени так, тихо. Мало? Чуть не взорвал херам тут все, что происходит. Не, я только приехал. Так, ну, мне последняя машина... Раз, два, три... Да, последняя машина осталась. Я последняя, но мне надо еще две, как минимум, найти. И, ребята, где что-нибудь... Вкусненько, интересненько, дайте мне тачку. Пишите в комментариях, если я вдруг что-то пропускаю, потому что, ребята, можно с такой-то зоны обширной что-то пропустить. Тоже вкусненько. А, ты не нашел две офигенских нычки. Да? Да, просто две шикарных офигенских нычки ты не нашел. Ага. Тебе понравится? Две шикарных офигенских нычки. Ну, я бы уже надеялся хотя бы на одну машину, как бы... Ну, знаешь, я, судя по тому, думаю, что раз ты не нашел их до сих пор, то ты их, скорее всего, не найдешь. Потому что вокруг них ты проехал уже 200 миллионов тысяч раз. 200 миллионов тысяч раз? Да. Сегодня хорошие нычки и вопрос, а где? Казалось бы, уже все объездил. Все уже практически видел. Значит, не все. По факту, где-то еще что-то осталось у нас. Да, ребят, времени... А, ну тут уже все, полминуты остается. Ну давай, закончим, показывай свои такие офигенские нычки, которые я не нашел. Ну давай, сейчас буду удивлять тебя. Что, серьезно, что ли? Круто, подожди. Да? Это что, сено, да? Надо полить водой, и она вырастет. Да ладно. Блин. Офигенско, да? Ребята, ты рядом проехал очень много раз. В комментариях, возможно, как раз таки эти моменты я видел, но не обратил внимания. Да, мне часто за сегодня зеленый цвет казался в экране, но, к сожалению, не видел я эти машины. Давай дальше. Неподалеку, буквально, смотри, где? Пошли. Жестко, да? Твою мать. Но легально. Блин, я в следующий раз, когда буду тут искать тачки, я буду тупо смотреть по всего вагону. Потому что, ребята, ну да, ее видно, если, конечно же, приехать. А по-моему, я даже тут что-то видел зеленое, но уехал. Ну, в общем-то, да, ребята, возможно. Почитаю ваши комментарии обязательно и пойму. Ребята, почитали мы цены наших автомобилей. Сколько у тебя тут получилось? Да до хрена тебе столько не снилось. 877 лямов с копейками. Охренеть. В копейках 800 тысяч. Чтоб ты понимал, у меня ну почти не дотягивает до 400 лямов, но мне кажется, даже если бы я нашел там сену и что там еще было, и карты, я бы точно тоже не было. Я надеялся, что у меня Mercedes вытащит цену, но, ребят, как оказалось, он вообще тоже по фигне стоит, даже меньше, чем Bugatti какая-либо. Ладно, друзья, в общем-то, балл за стоимость ты забрал, а мы давай с тобой отправимся на первое испытание. Первое испытание, друзья, это драк Рейсинг, у нас Финир и Зенва. И давай на счет 3. Раз, два, три, погнали. Так, но почти одинаково стартанули, но Зенва все-таки разогналась. У меня ну, 500... Финир, он овощной, да. А, 700, и да, друзья. Бал мой, отыгрались 660 по одному с копейками. 660. Ну, у меня почти 700 было, поэтому, братан, и победа. Ладно, давай тогда с тобой отправимся на следующее испытание. Дерби у нас, ребята, до двух побед. Два чита, Ламбо и Бугатти, ну и давай проверим, кто лучше. Погнали. А я не приеду, родной. Тебе ж балл нужно ими. Или приеду. Рампа, блин, ты недоделанная. Ты какого хрена меня так подкинул-то? Давай, короче, сейчас покажу тебе, где раки зимуют. Погнали, Охренеть. Слишком дерзкие тачки. Не, на самом деле тактика твоя кататься тупо вперед-назад, это желает. Как я тебя подрезал, только жалко, что ты не упал. Тихо-тихо. Опа. А теперь ты. Пока. Что происходит? Что бред какой-то. Какого хрена? А чё не три?
Да боже, я думал, ты меня все-таки засейлил. А на самом деле я все-таки, ребята, свалился. И, к сожалению, это твой балл второй, а мы с тобой давай... Чего, к сожалению? Счастье, все в виски! Окей, мы это запомнили. Ну и тебе, ты проиграл. Следующее испытание, ребята, предпоследнее. Прыжок веры, у тебя Дракнова, хоть бы ты цепанул. Ся! Полетел максимально непонятно. Я тоже, кстати, максимально непонятно не понятно. Ты на колеса встал? Да, идеально на колеса встал. Да ты лайкер, блин, а мне в итоге она... Ну нахрена ты так остановилась? Ну кто тебя так просил? Ты видел, как меня крутило? Ты видел, как меня крутило? Я это заснял прямым, блин, планом. Я просто не понимаю, что с моей формулой не так. Она тупо встала наперекосяк и тупо дальше не поехала. Ладно, друзья, ты заработал очередной балл, но у нас остается последнее испытание. Последнее испытание, ребята, рандомное. Съезжаем с горы Чили. Ну как съезжаем? Можем только управлять, но не газовать, не тормозить. Не имеем права. И то только при приземлении. А чё он такой овощ? Ну... Боже, он нифига не стоит, и он какой-то реально прям... Ты встал? Что? Я тоже. Перевернется? Ну ты ниже сполз уже. Да. Да, я ниже. Ладно, друзья. В принципе, я еще пока качусь. На этой сессии еще никто не остановил, так что это новый рекорд. Ну да, кстати, тебе повезло. Мне кажется, сейчас этот камень меня все-таки остановит, потому что он практически вообще даже не разгоняется какой-то, ну да, овощной, на самом деле, майбах у нас получился здесь. Ладно, друзья, оказалось, что сегодня, в общем-то, даже заработав последний балл, я не смог победить в битве автогонщиков, но я надеюсь, что ролик в любом случае вам понравился, он получился максимально динамичным, обязательно давайте навалим сюда много лайков, а мы с вами прощаемся, всем удачи и всем пока! Пока, народ!